На стоянку вы заходите? Нет, мы внутри. Еще один минус. Он не в ту сторону. Минус еще. Вот, всех убил он. Короче, пока мы тут бегаем. Ты сюда на палатке. На камне, скорее всего. Вот. Больно. Нет, 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 чего-то. Кусту ты? Нет, не где-то. Убил его. Живи, живи. 148 хп с другой руки оставил. Пули, походу. Бежит. Вдоль забора? ЧВКшник или человек к забору бежит. А, так, это, да, да. Чекнуть его, что здесь такие хорошие бывают. Да. Ключики. 314 восточного. Может, нормальный. Блин, как шлакает. Блин! Прости. До свидания. А мне еще откуда прилетел глушак. Я тоже, по-моему, слышал. Кьюсековец, кстати. Тут они берутся, так подкрадываются, блин. Мне интересно. Ни шагов, ничего нету, просто раз. Конечно же, мосинка и бронебойные патроны, да. Ты сумеешь играть в эту игру. Все понятно с тобой. Да, минус с тобой. По снайперском, спускайся вниз. Влево? Справа, справа здесь. Двое. Одному дал. Одного убил вроде. Где второй? Слева там же, то есть справа. Только немножко левее, чем тот был. А я даю. Еще даю. Стамина, где ты? Подтушивай, да? Нету трупов. Там аккуратно, по нему, по-моему, прилетало. Бил? Да, прилетает, прилетает. Я в безопасности. Я только тут одного увидел. А что, мы одного убили все-таки? Ты убил одного, да? Или я, или ты. Понял. Мне прилетало где-то с дров туда дальше на новую дорогу, судя по всему. Скорее всего. Могут... Можешь сейчас за снайперски пройти и это... А, в сторону платного выхода камень, который стоит. Там как раз вдоль всю эту дорогу видно прекрасно, из кустов. Понял, пошел. Я сейчас пока патроны закину, тут пусть он меня контролит. Ко мне. Все, чекаю его там. Начинаю носиться, как придурочный.
Чё? Нет, не загрелся. Не выстрелил вообще. Ты у платного сидишь? Я у камня. У платного, у платного. По мне работает. СВД. Убил? Да. Хорош. Это не тот, опять же. Нам нужен глушитель. Я без руки. Там не было наборов никаких? Я не чекал. Я без ноги. Есть! Сзади! Справа у поваленного. Мэтт, ты должен увидеть его издалека. Справа у поваленного вдоль забора. Да, вот он, глушитель подошел. Бля. Убил? Нет. Он лег. Я понял, что лег, он не забрал и пробил. Да! Помощь нужна твоя. Ты сам где? Ушел влево. Он мертвый. Мертвый? Я подбегаю. Кто его прибрал? Что-то зацепило его. Он из 5-7 вот да, накидывал. Селина, блин. Тут надо кепчик посмотреть. Кто тут он падал? Казалось, где-то тут он. А, вот он, лежит, вот он. Да, я ему с Ремингтон засадил. Но тоже с Ремингтон, кстати. У тебя броник в порядке? Да, более-менее. 37 из 45 я вижу. Так, еще тут один за углом должен быть. Вот здесь. 30-й. Это с КМом. И походу там наубивали кого-то и просто ведут в сторону палаток туда влево. Может, на выход? Может быть, к выходу идут. Так, я подкрадываюсь к... Можно попробовать их перехватить, кстати. Возвращаюсь волей и выйду там на улицу. Давайте, чтобы к ним зайти. Ну, с Олли на улицу и где-то там. Где-то они там, я сейчас не знаю, где они. Видимо, да, к выходу идут, туда на МЧС. Можно сразу туда вам идти, например. А, нет, они бегут. В гаражный, в этот, в отсек. В подвал. Это плохо. Ухожу на столы на дальние. Тише. Сука, бот не вовремя подошел. Убил одного. Блин, еще есть в подвале. Я по боту. Идешь?
На стоянку вы заходите? Нет, мы внутри. Еще один минус. Я не знаю, как они, мы заблудились, похоже. Тут просто тупик, блин, тут надо целый круг делать, чтобы тебе зайти. Он не в ту сторону, пошли. Минус еще. Может, их убил он. Короче, пока мы тут бегаем. Металл Яши там здесь. Пас. Помогли, так помогли. Да. Я все за тобой, потому что побежала. Так, а ты сейчас бегаешь там, да, Шитаныч? Да. Я слева от тебя, за тобой немножко. Шли обратно. Тут один челобот, по-моему, живой где-то еще должен быть. Он вот здесь вот и сидел. Большой Максим, Андусу, привет. Симу. Ну так, короче. Всем привет, ребята. И танку тоже. Дождь. Вот он. Угу. Минус. Угу, хорошо. Блин, что-то больно мне прилетело от него. Мосин вроде глушеный или что-то такое. Что-то глушеное такое. Непонятное. Идил. Пошел на улицу своего еще прочекаю. А вы как зашли? Да прям Оли. На молоко трупа у маршрутки. На трупа лежит. Мы на улице вышли. На Эми, да? Двое тут. Да. Мы через секрет. Понял. Их тут двое или трое. Я бегу, я за тебя. Нужна помощь. Кто-то кого-то убил. Это разные? Я убила. А, это Аня кого-то, значит, убила, да. Сколько убила? Один. Было двое минимум. Где он был? Слева от вагона уже. Я к тебе. Я на автобусном бегаю. Повалено враг. Так никогда не делай. Я сейчас выхожу к поваленному. Меня убили на яме. Сука, понял. Ты прям. Да. Да, он в яме все еще. Поваленного убили, Аня? Да. Мы по зеленке идем туда, к поваленному. Выходите быстрее за вагоном, потому что мне тут очень плохо выходить, неудобно. Не и чекайте яму. Ты вот шумишь, классно пошумел, сейчас вообще молодец. Теперь он знает, что мы тут идем. Да он там либо мета лутает, либо дохлый. Уже выйдите, чекните яму и все. Я буду здесь шуметь и все. Тихо. По мне, ну вот, шуметь, вот молодец. Шуметь, распалил. Кого-то убил, но это не тот. А, не, ник мне. Ник мне скажи, как только прогрузится. Танк Ю? Да, он если с Юпря стрелял, это он. Он пистолет на тебя убил, Аня. Так, а ты с валом, что ли, был? Я его не слышала. Вейкер сзади что-то шумел. Я не могла понять, что он в кустах. Он не был в кустах. Он стоял на автобусной этой станции на кузове. Кто-то ходил снизу по кустам. Ты жив? Нет. Да, со мной. Он у воды, да, остался, значит, еще? Да. Ну, у тебя. Это ты сейчас работаешь или он?
Я вот это он, я понял, все понял. Там двое. Живи. Убил. Ты жив? Не слышу. Нет. Уверен, что двое было? Ну, может быть, ты бежал бы, я подумал, что ты... Я думаю, ты смотрел в тот угол, там что, двое? Как бы шебуршало или что? Одновременно с двух сторон шебуршало. Идеальное место нашел, чтобы прятать в кузове КамАЗа. Вообще хер только когда в жизни найдет, блин. Да, у нас по 90. Так, где Аню он убил? Интересно. Это кто? Это чемосинка какая-то. Контрол. Это кто? Это вытер с М-кой. А где Аня была? Тебя вытер, не помнишь? Я не понял. Ёпта! В натуре еще один! Ох, крыса, убил! Сидел все это время, да? Все это время посидел. Вот это капец, бля. Геймплей у пацанов. Это геймплей, да. Все с какой-то херней громкой. Типа эрсаска, что ли, какая-то. Может, не эрсаска, может, это. Или как? Я был сзади, сзади. А, окей. Так, ты был сзади, нет. Капец, это где она-то? И столько трупов. Да! Сейчас еще раз посмотрю. А, вот, закатилась-то за куст, бля. Сервер, что ли? Да. CDIS. Ой, у тебя. Серьезно? Да. Давай топайся, да. И сейчас я иду по низу, по верху должен пройти по мосту чувак. По мосту чувак? Может быть, я не знаю, но он бежал в мою сторону. Ты подходишь, да? Да, я. Иди в вагон, через забор прыгать, и справа на ящике залазь, там твоя пушка валяется. Пушка, броник. Каску я не брал, по-моему, с тебя. Не дал. Готово? Тебя отдашь? Да. Вот этого с мосинкой можешь посмотреть. Тихо, кто-то прыгает. Убил? В яме, нет, в яме. Живой он. Убил. А как поставить карточку? Левый нижний угол. Я знаю, на какой сервер тебе кидают. У меня одиночный просто выстрел, не забыл поменять. Прям смотри, как повезло. Какая вероятность была? Маленькая. Нет. Топорист, придурок. Убиваю. Да. Я просто там месте где-то типа 36-й, естественно. Так.
туда, я так понимаю? Давай, давай, закроем сначала. Чтоб потом они не пришли к нам в спину. Джо, кажется, да, лутает. Бил. О, автобус лутал, что ли? Снизу от автобуса в зеленке, в канавке. Вон тут чемодан разлутывал какой-то. С РПКшкой, да, все верно. В жуке, кстати. Блэк-рок у него есть, хочешь? Тру. Тихо. За нами идут. Как мысль? Еще в гашане есть, по-моему. А ты где сам? Как мышки двоих. Ага. Я прямо у БТРа. Короче, я в этом магазине, наверное. Да, я видел тебя, видел. Так, вижу, там типов дальше по коридору. Вот где гранаты рвутся. Сейчас магазин докинул, что ли? Там ходит голова у него туда-сюда. Не могу ее выцелить. Они где, под эскалаторами там боятся? Дальше туда. Бля, сильно дал, типа он ушел. Ты по дереву? Да. Да, тут мертвый килл, по-моему, его пытались пролутать. Да, вот где-то. Ага, нашел, где он сидит. Мантис. Магазин Мантис. Там МЧСные, целая куча этих. Так я через БТР. Граната, дай ему шлёшь? Да. Это я по боту. Угу. Подпишу. Тут еще один чувак с мертвым. Я захожу справа. Ты зашел, да, сейчас? Да. Понял. Ты хилишь, что ли, перезаряжаешься? Я перезарядился, да. Так, вроде все. Угу. Вот красёныш, он там уже залез на какую-то... На жердочку там и сидел возле потолка, блин, смотрел на меня. Этот ботинок прям. Ёпты, ты? Убил? Челобот. Ага, я думал, ты лежишь, лутаешь. Правда? Там еще один. Да. Ногу рю, эту. А вот этот Дорн, Шитаныч. Ходи, забирай. Ремонтирую, секунду. Руку я опять. Сейчас покажу. Вон он! Ух ты. Я бегаю здесь сюда. Да. Вот, я бегаю, короче. Это ЧВКшник, кстати, был? Нет, Челобот был такой. Вот а, вижу, да. Таурин какой-то. А, так я убил его все-таки. Как выходишь направо, короче, скорее всего. Это там. Да, видел.
вадике. Там сейчас сидит мышь, может брать. Тут справа за коробками. Ты видишь, куда я целюсь? Да. Вот есть справа за коробками. Нету, нету. Погоди, сидит, погоди, сидит, погоди, сидит, погоди. сидит. Я вижу его. Сейчас пугну. Убил. Мне еще летит. О, беги. Я очень залитый. Это чувака. А, нет, это челобота, но сильно залутанная. Отошел, нормально? Я между коробками, где ты бота стрелял. А он, походу, в магазине. Это я. Знаю. Он где-то вот по нашей стороне там слева. Аккуратно. Либо сверху. Либо сверху. Взорвал. Взорвал? Да, он там заорал. Привет. $12,600. Армаз, мне 9. А, да, я реально его взорвал. Пуш-сэндвич. Так я слышал, как он там застонал от взрыва.